Хозяйства Заводоуковского городского округа начали подготовку посевной кампании. Сейчас аграриям необходимо определить качество семян. Зерновые и зернобобовые свежего урожая принимают в местном отделении Россельхозцентра по Тюменской области. Там эксперты проводят анализ материала, проверяют чистоту, влажность, всхожесть и наличие примесей. Выявляют также возможных вредителей. Для этого делают фитоанализ с помощью специального оборудования. Под бинокуляром видны возбудители болезней. Кроме того, зерно проращивают для более детального обследования. Нужно положить 50 зерен. Это если ячменя, пшеницу раскладывается по 100 зерен, 4 образца, сантиметра 2 друг от друга. И ставится это все в термостат под температурой 22 градуса на 7 суток. На сегодня к нам поступило 100% семян ООО «Согласие» в проверку. Практически весь объем поступил из возрождения. Остальные хозяйства понемногу только начинают включаться. В общем, нам нужно будет подтвердить кондиционность более 18 тысяч тонн в Заводоуковском городском округе.